Хеллоу, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу далекие земли в Майнкрафте Pocket Edition. Да, друзья, это и правда далекие земли, которые вы сможете попасть без всяких координат. Для этого вам придется знать карту, которая находится в описании под этим видеороликом. Это и правда очень классно, далекие земли очень большие, и передвигаться по ним мы сможем только вот таким ходом, то есть мы сможем двигаться с помощью одной кнопки, а то есть вперед, друзья. Это очень странно выглядит и очень-очень странное управление. И мы видим, что как бы FPS у нас проседается, друзья, но, к сожалению, это не так. Это просто дергается сама игра или сами далекие земли. Да, я не знаю, что можно сказать. Очень классно это выглядит, очень классно, эпически. Также, к сожалению, здесь вроде, если я не ошибаюсь, нет текстур, смотрите. Оп, и вправду нет текстур. И сейчас мы оказались в какой-то пещере, где текет вот такая лава. Ну ладно, давайте выбираться наружу. Да, это и вправду очень классно. Но находиться внизу далеких землей не так уж классно, чем наверху. Ну, они будут бесконечными. И да, если кто-то не знает, то это баг генерации мира. То есть это конец или предел карты. О, я не знаю, друзья, возможно, в будущих версиях Майнкрафта это как-то уберут, но, если не ошибаюсь, то версия Майнкрафта 1.9 это все сделали с помощью границ, то есть далеких землей там уже нет, там стоят границы. Ну что ж, на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.